хочу поблагодарить вообще вот Наталью Цыганко, насколько она ответственно подошла ко всему. Вот вся команда Step Video Pro, они большие профессионалы, но Наталья, вот именно как она любит свою работу, как она это все контролирует, вот эти все моменты. И с первого же дня было ясно, что она четко все знает, она любит свою работу и знает ее. Наташ, можно несколько вопросов и какое у тебя впечатление? Давай. Вопросов у меня нет, есть впечатление. Впечатление. Было очень волнительно. Да, были ошибки. Были? Да, ошибки были. Что-то шло не по плану, как мы с тобой разговаривали. Но в любом случае я хочу сказать, что все получилось супер. Спасибо. Мне понравилось. Всем. Это новый опыт для тебя, это опыт, новый опыт для нас, для нашей команды, потому что мы взяли эту трансляцию под ключ. И да, мы ее сделали. Да. Это ваш кейс. За 4 дня мы ее сделали. Ребят, да? Step Video Pro, пожалуйста. Да. У них серьезная команда, серьезные ребята. И очень качественно выполненная работа. Я думаю, Миль, та трансляция, которую ты посмотришь в Ютубе, да, мы же сохраним ее. Да, она будет. Ты увидишь все ошибки? Нет, ты увидишь ту графику. Да? Ну, потому что тебе здесь не было. Ничего не видно. Для меня это а как там цирк все было попасть. Красиво. Я Эмиль, вот вообще не понимаю, там все что было происходит. Красиво. Наташа, спасибо большое. Я искренне благодарен вообще и выражаю свою любовь к вашей команде. Спасибо тебе за приглашение.